Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб, и мы продолжаем играть в игру под названием Thief Simulator 2. Вторая часть, да-да-да, именно так. Что у нас тут? Нет предметов. На чем мы остановились? Нам сейчас нужно украсть ноутбук из конфиденциальными данными из 207-го дома. Так, пробежка небольшая по моим царским угодьям. Вдруг где там лопатка? Где лопаток нету, а здесь лопатка где-нибудь появились. Машин пока что не угнал я никаких. О, только как это убрать отсюда, я пока не понимаю. Видимо, когда появится новая, мы сможем эту машинку отсюда убрать. Вот, ладно, пока что уходим. Значит, вот наша точила. Заходим сюда, заводим. И идем, а куда? Подожди, на Мэдисон, да? Подожди, что надо было? С какого? Из 207-го. А 207-й, это что за дом? Подождите, не спешим. Ага, местный полицейский. Это Хелвиль 207-й. 207-й. У нас ничего про него не известно. Есть ли возможность мне купить какие-нибудь подсказки по этому дому? Деньги у меня имеются, почему бы себе... О, Хелвиль. 200 дом. 201, 202, 203, 204, 205... 6 207. Тупо все покупаю. Тут две камеры. Боже, такой-то очень крупный дом. 207 207. Ничего не напутал. Отлично, отправляемся. Опа, машинку. О, правда, сейчас будет славная охота. Так. Так, загрузочка идет. Такое бывает между локациями, это нормально. Я уже привык к этому делу. Итак, у нас ночь. Ну как ночь? 17:30. 207 дом. Давайте посмотрим. Здесь очень много лопаток. Ну давайте эти лопатки позабираем. Чего уж мне? Так, где я? Карта. Ага, вижу. Здесь. Один схрон. Схрон. Икс. Домофон. Экспушечка. Знак вопроса. Где-то еще возле... В сторону машины лопата была, правильно? Или все? А вот я же говорю, еще одна где-то лопата была. Была. Где-то тут лопатка. Вот она. Так. Это что? Кожаный бумажник. Ну, ни блэкбай, ни дорогое, скажем прямо... Ямки выкопанные. Что еще? Тут мы копали ямку. А, фонтан. Подозрительный фонтан. 203. Почему я к 203 дому побежал? Потому что здесь какой-то знак вопроса был. И меня это заинтересовало. Вот автоотмычка. Пожалуйста, еще секреточка. Щелк. Что внутри? Игровая приставка. Читать. Я тут стырил у своей другой консоль. Но придется ныкать ее от мамы. Как стукнет 18, свалю отсюда вместе с консолью. Какой-то шкалопендра украл консоль у своего дружбана. Но, видимо, ты ее уже здесь не дойдешь. Потому что Неломоб ей ноги приделал и забрал, короче. Так, кажется, у нас тут неприятности небольшие. Фигня. Так, килограммчики, кожаный бумажник, игровая приставка. Ну, вроде все. Ладно, едем. Заводим шарманку. 207 дом. Присматриваемся на карту. 207 вижу. И доллар там сразу. Подождите-ка, это что? Ноутбук мы будем воровать из места торговли? Чего? Телефон не беру специально. Игнорим телефонные разговорчики. Так, еще один сундук нашел, смотри. Хорошо, что у меня есть автоотмычка. Чикс, открываем. Что здесь? Подожди, что, пустой ящик, что ли? Ну, есть предположение, что здесь я уже рыл. 207-й. Иду и заодно вон тут какие-нибудь... Ямки подкапываю.
О, контроллер Blackbuy Game Station. Берем. Вот это уже другой разговорчик. Разговорчик другой. Фонтан. Постоянно надеюсь на то, что... О, статуэтку нашел. Есть. Не зря мы тут. Какой-то чудик деревянный. Берем. 100 баксов в карман. Так, вот этот дом. Без электрозамка. Задние ворота. Три жильца. 207 дом. С ума сойти. Так. Тут никаких объявлений. Ничего нет. Капец, вот это вилла. Настенный телевизор. Игровой компьютер. Собашка. Положить камеру. Джакузи. Что-то дом какой-то знакомый. Может, мы в нем уже были когда-то. Надо ноутбук украсть. Ага. Так, 207. 207 заметочки. Хелвилл. 207. Ой-ой-ой. Они постоянно все дома. Добыча. Уфон. Игровой компьютер в кладовке. Настенный телевизор в гостиной. Миссия. Покормите собаку мясом. О, это легко. Это мы можем. Так, есть ли тут какие-то моменты, когда они хотя бы спят? Сон. Сон. Сиденье, ванная. Ходит в туалет Дэнни ночью, в 2 часа ночи. Потом опять в кроватку и спит. Но надо будет просто в туалете с ним не пересекаться. То есть наша задача диван. Начать свою работу в 21:00. И у нас должно быть мясо. В 21:00 и у нас должно быть мясо. Мясо. Инвентарь. Нам нужно глянуть свой. Скорее всего, тут у нас мяса не будет. А вот здесь мясо. Раз, два, наверное, три. Все, скормим. Пофиг. Три. 21:00. Пробел держу. 21:00. Спать. Все, нормально. Выходим на охоту. Дверцы. Можно оставить открытыми. Ключи у меня, никто у меня мою точилу не угонит. Так, интересно, что если я эту обчищу карманчики в этой мадам? Качественные наушники. О, качественные наушники были стыбрены. Пускай. О, блин, но пол инвентаря забито. Ну, ё-моё. А мне же нужно там еще будет сейчас тянуть и тянуть. Фигня. Нам такое... Не подходит. Так, килограмм мяса оставляем. А, ну все. Ключка 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Все, кажется. Мясо, видимо, забирает много места. Хорошо. Собаки на покормим. Еще раз. Заметки. 207. Отмечены две камеры. Все входные двери оборудованы электронным замком, в том числе и ворота. Задние ворота без электрозамка. Человек обнаружен. Так, вот человек обнаружен. Скоро человек спать идет. Карту уменьшаем. 21:50. 22. То есть он вот с секунды на секунду отправляется дрыхнуть. А че тут что-то забор, то что-то тут было без электрозамка. Где? О, задние ворота без электро. Вот эти ворота. Так, этот чувачок пошел. Использовать. Присесть, аккуратно открыть. Мясо. Камера. Да, нам камера не страшна. Где собака? В 23 она пойдет сюда. Ну ладно. Сидит на стуле. Вока, сколько он пойдет спать? В 00. Собаки надо подкормить. Он в доме? Походу в доме. Блин, сразу заметили. Очень быстро заметили.
А, черт! А я не сохранился. Не сохранился, эх. Походу здесь не так все просто. 21. В 22 надо загружаться. В 22. Что мы, где мы? О, возле парковки. Это ж хорошо. Наверное. Выходим. Как хорошо сохранило нас. 19 часов. 19 часов. Так, заметки. Сейчас вторую попытку попробуем. 22. Гостиная, диван. 2 часа будет на диване сидеть, пердеть. Ладно, в 20, до 23 тогда. До 23 надо подрыхнуть. Сон. Вернуться. Выйти. Сохранить. Может быть, надо было на автосейв сделать сейв. Ладно. Так, мы сзади пробирались. Повыше. О, собака. Держи. Интересно, она увидит мясо? Миссия выполнена. Увидела. Сейчас он спать пойдет. Ноутбук. Туда его. На крышу, что ли, приземлилась? У меня больше мяса нет, походу. Все спят. Блин, что тут делать надо? Надо взламывать. Вот что надо делать. Так. Так, так. Есть. Открыть. Спят малыши, карандаши. Плазма. А где нужный мне предмет? Алмаз, вот он. Алончата 300. Черт, она сейчас... А, вот пойдет. Это он? Навыки. Активировать. Дорогие вещи. Что там еще? Что-то еще потянуть. Куча дорогущих. Компьютер, картина. Куда мне эту картину? Нашумел. Новый левел. Компьютер! Блин, он тяжелый. В туалет идет, в туалет! Сейчас увидит открытую дверь. Мы пропали. А, она сидит на стуле просто. Где собака?
собака, убивака. А, мясо там подтоптывает, подтаптывает. Подтаптывает мяско. Что здесь? Часики. Картина. Компьютер. А это можно в инвентарь запихнуть? О, Black Buy. Отлично. Ого, холодильник. Это супер современный. Где компик? Компик надо ставить. Куда я компик выкинул? Это же типа миссия, миссия. Собака на улице. Надо собачку подкормить. Собачку подкормить. Кусок туда мяса. Инвентарь. Это забираем. Даем. Закрываем. Собачка, не агрись на меня, плес. Туда. Блин. Бедный компик. Бедная видеокарта. Как отсюда вылезти теперь? Подожди, как я сюда зашел? Где-то через задние двери, где-то было какую-то калитку я сломал. Ворота большие, не могу перекинуть. Как я проник в этот чертов дом? Блин. Тут тоже электронный замок. Это долго очень. Корма для собачки больше нет. Походу с той стороны где... Ой, придется взламывать. Риск, 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 опять риск. На кусты стало. Все. Как это взломать? Микрокамера. А, не то. КПК, опять этот долбанный. Так, вверх, вверх, вверх. Поворотик, поворотик. Нельзя повернуть здесь, только ровно. Блин. Так, 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 так. Нельзя здесь, тут нет прохода. No way, no way. Нет пути. Нет пути, ребят. Так. Так, так. Кажется, мы... Бля! Собакин спалил. Мяса нету. Туда я. Черт! Еп! Компик оставлен был. Фигня полная. Обстреливают! Ай! Блин! Иди. Аптечку надо, аптечку. Копы на хвосту. Вы не можете уйти, пока за вами активно следят. Сначала сбеги от полиции. Вернуться. Понял? У меня на хвосте. Так, сюда, 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 сюда. Ой, к вам едет полиция. Ну, пускай едет. Удачи, мы тут среди елочек. Может, когда одна звезда, тогда можно выйти? Когда две нельзя? Сейчас проверим. Способность выключена, понял. А, у меня кровотечение. Мне рассказывали. Остановите машину, чтобы выйти. Печку. О, кровотечение. О, одна звездочка. Пробуем. О, с одной можно. Убежище. Фух, но ноутбук мы украли. Кое-какие вещи украли, но не украли компьютер. Компьютер тут дорогой, не потянули. Плохо. Ну, как бы обидно, жалко. Ну, ладно. Смартфон, домофон. А нам ничего там разблокировать не надо. Опа. Сюжетный предмет. Заперто. Взломать ноутбук. Так, пробуем взломать его. Ой, взломщик, конечно. Этот гениальный взломщик. Сейчас тут будем взломать. Так. Тут что-то не то у нас. Ну так, можно повернуть. Тут поворотика не вижу.
Так, так, так. Вверх. Что-то тут очень. Есть. Ну, накрутил тут змейку, конечно. Все, больше предметов нет. Идем. Взломать ноутбук, дом отправить его через Black Buy. Идем отправлять. Black Buy. Электроника. Конфиденциальный ноутбук. Отправили. Отправили. Так, тут электроники нету. Тут это все ценности. О, фотоаппарат там какой-то один, второй. Друг. Автозапчасти. Хорошо. Телефонный звоночек. Изучи пока специализацию, что ли. Нам нужно подорвать контейнер. Я потом объясню, зачем. Специализацию уровень 1. Изучи. Так, идем в навыки. Что за специализация? Что это такое? Так, восприятие. Рюкзак. Мастер скрытности. Ловкость. Специализация уровень 3. Человечек такой нарисованный. Специализация уровень 2. А вот 1. О, у меня есть очков навыков аж 4. Разблокирует дубинку и паяльную лампу. Помните? Я ходил туда на этот склад. Там какой-то сотый он был, по-моему. И там были контейнеры запаянные. Дубинкой можно оглушить любого, но когда жертва очнется, она вызовет полицию. Открывает быстрое перемещение к машине через ваш телефон. Ого! Быстрое перемещение к машине через телефон? Телепортация, что ли? Берем. Специализация. Проникни. Короче, кто-то решил устроить лабораторию по производству метамфетамина, замаскированную под магазин Хелвилле. Больницу ломбарди конкурент там не нужны. Вызови контейнеры на месте, а взорви. Помести внутрь бомбы, а потом сразу же вали оттуда. Удачи! Будем контейнеры сейчас пилить, походу. Прикольно. Так, проникнуть на 208 и незаметно установить бомбы в контейнеры. Нужна паяльная лампа. Так, но ее надо купить. Так, наверное, здесь она будет где-то. Паяльная лампа, 2000 долларов. У нас десяточка. Берем. Дрон, очки ночного видения, фотографический музей, план. Это пока не надо. Как мне потренироваться с паяльной лампой? На чем? Есть ли здесь какой-то гайд? Какой-то станочек для... О, котик. Так. Ну, нет никакого станка для того, чтобы паяльной лампой тренироваться. Я не вижу. Так, нам нужно продать вещи. Что-то... Вот, смартфончик, домофон, бас-гитара и блэкбаевские вещи сбросить вот сюда. Пум, 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 пум. Ну все, мы фактически пусты. Значит, 208 дом. Ну поехали, интересно. Интересно. Хелвилл. Мы уже на эту карту чисто перенеслись. Хотя на той предыдущей карте... Я хочу вам сказать, как есть. Там реально много еще домов было, которые мы даже не промелькали и не изучали. Может, еще к ним вернемся? Так, за нами явно следят. То есть нам надо, наверное, поглядеть на остановках, нет ли объявлений о том, что мы разыскиваемся. Тут нет ничего. Так, 208. 207. 200. 207. Какой что-то не туда заехал. Вот, повернуть. Машины тут дорогие какие-то есть. И они всегда дорогие были. Непонятно, непонятно. 207. Где 208 домик? О, вижу. Так, просматриваем объявление. Нету про меня. О, машина, которую можно тоже типа паяльной лампой вскрыть. Правильно? Угнай белый фургончик тоже по идее можно. А ну так, ради интереса. Но может быть миссия будет какая-то на это дело? Я не знаю. Отмычка. Ну, а чё я не могу угонять такой фургон? Телефоны звонят. Не-не-не-не-не-не-не. Это доп. Миссия, насколько я понял. Так, подождите-ка. Парковка. Мы здесь запарковались. Вон там еще одна парковка. Тут две парковки рядышком. Так, настолько близко две парковки. Ну, ага, ну да, возле заправки. Ого, гляньте на карту. Вон там едет, это за карты выезжает машина. В правом верхнем углу.
Ничего себе. Типа за города выезжает, я понял. Так, вот мы и здесь. А по поводу аптечки, она восстанавливается или надо покупать? Ага, она походу восстанавливается после какого-то каждого. О, здесь у нас этот самый шкафчик. А у меня коды есть какие-то? Подожди, коды. Нет кодов посылок. Ну ладно. О! Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Заправка. Хорошо, 208. Чё мы, где он? А, тоже типа складик такой. Угу. Интересно, интересно. Вот тут мне должны что-то... Бомбы в контейнеры. Нужна паяльная лампа. А, паяльная лампа. Ой, все, вот так она выглядит. Так, а что у нас? Вот контейнер. Вот так, так, так. Есть там кто-то, какой-то охранник, что-нибудь такое людного? Людного есть что-нибудь в этом? Нету никого? Вообще нет никого, что ли? Очень странно. Супер странно. Хотя вот я камеру нашел. А как тут камеры можно как-то отключить? Где-то стоит, наверное, блок, который электрощиток какой-то. О, электростанция. Нет, это выход за территорию. Ну, камера одна. Камера вторая. Так, засекли. Смотрим, какая камера нам больше всего может навредить. Так, тут контейнеры. А, вот чувачок. Смотрите-ка. Нашел тебя, братюня. Мы его можем дубинкой вырубить. Подожди, мы могли купить себе эту дубинку, а я ее не купил. Нужно как-то выучить. А почему я не купил по поводу 208 дома себе подсказок? Вот я, конечно, кадр. Вот это я, конечно, кадр. 208 дома подсказок мог себе накупить. Ну ладно, рискнем, что ли. Так, камера что-то такое. Так, Г. Рискнем, скажем так. Так, что тут за автоотмычка? Дубинкой же можно было чувака вырубить. Тин-тин-тири-тин-тин. Так, камера тут включена. Что у меня здесь? Черт, он идет. Оп, сидит, что-то ковыряет. Воу. Воу. Пока что сюда не идет. Это хорошо. У нас тут дела. Вдруг. Вы на частной территории. Да, знаем, мы знаем. Щит. Обнаружен. Фак! Зря я это сделал, походу. Вертушка! Три! А! Вертолеты! Лом, бери лом! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Бей бинта! Но! Я его должен был с ломика вырубить! Загрузить сохранение. Блин, не вышло, не вышло, не вышло, не вышло его вырубить. Надо, короче, сейчас загрузимся, глянем, где мы будем находиться. Я склоняюсь к тому, что надо все-таки 208 дома купить себе подсказки. Вернусь я, пожалуй, в убежище. Куплю себе подсказки, куплю себе дубинку, если такое есть. Если такая возможность есть. Так, подсказки 208 дома. Так, 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 так. Вот это вот, вот это вот. Второй, четвертый, пятый, шестой. О, восьмой. Деньги у меня есть, почему бы не купить? Так, это раз. И второе, дубинку. Набор отмычек, 10. Так, тут все хорошо. Одна камера, купи две. Шумные рации, мясо. О, дубинка, 1500. О, будем дубинкой вырубать их всех. Так, 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 дрон, очки ночного, фактический план музей. Все.
теперь я сделал грамотный затар. Поехали. Вторая попытка. Я думаю, сейчас справлюсь. Единственное, что я не совсем понимаю, как работает паяльная лампа. Просто типа держишь, и он ее паяет, или какой-то там мини-игра какая-то. Так, 208, 207, расширим карту еще раз. О, вижу парковка возле заправки, 208 дом, отлично. Полный вперед на заправочку, где-то здесь, вот она. Так, тут, значит, мы паркуемся. Если что, мы охранником можем со спины вырубить, пока он там ковыряется. Так, так. А, значит, что еще раз мы с вами наблюдаем? Ну, вот такая вот база. Карго. Карго, решетки, все под охраной, все жестко. Так, первый дрончик. Отключили. Забрали дрон. Так, хорошо, давайте сделаем сохранение. На авто можно, чтобы нам авто сюда загружало нас. Так, теперь автоотмычка. Так, где сам чудик? Он где-то вечно в присядку. Он где-то открыл дверь. Закрыл дверь. А, тут тоже будка еще одна есть. Сколько здесь этих будок? В будке, что ли, сидит? Нам нужно понять, где он сидит сейчас, в данный момент. Чтобы не напороться. Вторую могу камеру отключить дроном, пока я не знаю, где он там ходит. Что-то заныкался, дядька. Нет, только этот дрон, видимо, слишком слабый для такой функции, для таких дел. А мы тогда можем открыть себе заметки. И 208 дом. Так, 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 не дома. Вау. Их двое. Ага. И нету... Они типа сменка одного, второго. Угу. Сейчас этого нет дома. Сейчас вот этот... Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Ну что, будем залазить? Я уже там взломал где-то забор. Дубинка. Что вырубил? Тихо, не шуми. Не шуми. Поеду вам. А он проценты бегут, понял. Это я бесшумный тип, конечно. Что у нас в сейфе? Бабки, консольки, всякое добро ценное. А что здесь? Бомбу подложил. Хорош. Так, навыки активировал. Где наш дружочек? Хрен его знает, где он. Я не знаю, где он лазит. Где-то жульё ходит. Забираем. Подкрыл, закрыл. О, он там. Открытую дверь нашел. Вызывает копов. Вызывает копов! Обнаружение! Ну я бомбу одну заложил. Заложил. Не знаю, он просто испугался, кажется, и все. Все обошлось. Ушники. Так, 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 так. Мы даже видим, что здесь. В этих почтовых ящиках. Так, ну в этом во всем есть небольшой плюсик. Мы как бы... Часть задания, можно сказать, выполнили. Мясо для пса нам сейчас ни к чему здесь. О, какие-то блэкбаевские интересные вещи. Бюджетный ноутбук 3-килограммовый.
скинули. Нам нужно его как-то выловить. Выловить и вырубить. Вот. Мы сейчас сделаем игра. И сохранимся аккуратненько. Так, двери, небось, до сих пор остались открытые. Так, камера до сих пор отключенная. А вот и он. Отмечаем. Но мы можем его вырубить, да? Что это? Вы держите что-то необычное. Понял. Так, мы видим его маршрут. Час. Тут. В час. Потом во сколько? В два он сюда пошурупает. А мы туда пойдем делать вещи. А что у меня? Чем у меня еще забит инвентарь? Подождите-ка. Что-то там набитое. Что-то... А, вот маршрутизатор килограммовый. Ё-моё. 40 секунд. Значит, сюда. Вот контейнер второй. Но мне бы хотелось бы и почистить. Вон тут есть драгоценные вещи дорогие. Ну, хотелось бы и бомбочку и подчистить. И вон там есть незаметно установить бомбы. Да-да. Ну, пытаюсь незаметно, насколько это у меня получается. Он сейчас через 20 секунд туда подъет. Можем его вырубить. Но это нам для нас плохо закончится. По той простой причине. Что? Что он потом поднимет кипиш? Лучше пускай он идет себе туда. Распорядок жильца изучен. О. И там что-то ковыряет. Сидит себе, не знаю. А мы тем временем пойдем тихонько вот тут делать свои вещи. Вот тут есть дорогие вещички. Блин. О, это мы и похитим. Все заберу. Стеклорез. Можно было через стекло залезть. Так, закрываем. Так, паяльная лампа. И давайте это дело взламывать. То есть, вернее, сваркой вскрывать. Так, открываем тихонько. Идем смотреть, что тут внутри у нас. Бомба заложена. Ага, мы с другой стороны зашли. Понял, в контейнер. Вот это я, конечно, кадр. Здесь надо тоже сваркой, получается. Аккуратненько. Главное, чтобы камера меня не зацепила. Есть, открываем. Он потом туда пойдет. Хорошо. Бомбу. Гитару, кстати. Что такое? Кожаный бумажник. Кожаный бумажник. Кожаные контейнеры. Все, здесь больше ничего нет. Единственное, что бы хотелось бы еще забрать, но он сейчас туда пойдет. А нам это... Нам надо, чтобы он отсюда спетлял, чтобы мы там могли забрать ценные дорогие вещи. Вот. Скоро другая смена, другого чувака начинается. Вот тоже проблемка. Проблемочка. Оп-оп-оп-оп-оп. Сюда идем. Так, смотрим быстренько заметки. А, в принципе, нет дома. Вот мы сейчас здесь, 11 часов. Подожди, нет. Вот мы где. Но у нас не так уж много... Не так уж много времени осталось. Так, он это сейчас туда пойдет. Хочу ли я... Ну, хочу, конечно, хочу. Добыча. Хочется забрать планшет. Или вырубить его, попробовать. Забрать планшет. Черт, он, кажется... Вырубил. Стеклорез. Чуть-чуть быстрее будет. Быстрее будет стеклорезом. Опа. Черт! Это была плохая идея. Зачем ты проснулся? Вертушку подняли. Блин, вертолет. Беги! Заправка, не стреляйте. Тут сейчас все взорвется. Заправка, вы че, пацаны? Бля! Обстрел пошел, 3 звезды. Пух. Так, прячемся вдоль границы.
Бух. Куча машин, блокпосты. А, машины со всех сторон, обстрел. Загрузить. Короче, я его вырубаю на супер короткое время. Я думал, он хотя бы будет в этой своей спячке находиться какой-то приличный промежуток времени. Оказывается, нет, ничего подобного. И чё? И у меня ничего. Контейнеры у меня никакие не вскрытые, блин. Надо сейчас это все дело снова провернуть. Залез сюда в кибитку, быстренько тут все вытянул. Все позабирал, что мог. И надо отсюда сваливать, реально. Выхожу. Может, а там поменялись, по-моему, они. А, нет, сейчас 17 часов уходит. 18, новый тип пришел вон. Вот они, пересменка. Бежать, что ли? Камера. Давай. А у меня... Вы перегружены. Закрываем. Я перегружен, потому что я забрал все, что там можно было в той последней комнатушечке. Бля! Взорвалось! 3 звезды! Блин, я не знал, что... Я не знал. Быстро залось. Я ж как... О, ничего себе, 3 звездочки. Как теперь отсюда сдрыснуть? К вам идет полиция. Офигеть. А-а-а, 3 звезды. Все это... Мне сейчас такого нет, походу. Свои вертушки. Или как? Буду сейчас круги наматывать, по-моему. Он сейчас будет мне эти какие... Ежи разворачивать. Это я там подорвал все к чертовой бабушке. За мной погоня. Как долго мне теперь скрываться? Блин, я же не могу уйти. Правда же? Не могу уйти сейчас. Убежище. А, могу. Сейчас даль. У достижения. Чем что-то писали, не успел прочитать внизу. Телефончик. Тут кто-то заметил твою тачку и стал ее копом. Немедленно езжай в автосервис и перекрась ее. Перекрась свою новую машину. Офигеть, тачку мою сдали с потрохами. Так, продаем самые такие вещички. Так, кое-что. Сейчас посмотрим, было ли у меня там выложено что-то в мой чемоданчик секретную. Коробичку, мясо. Вот мясо можно было, наверное, мясо. Я его теперь мясо для пса оставлю там, а все остальное... Ой, я все равно перегружен. А, я толстячок. Не, ну сегодня супер, конечно, поиграл. Супер, так, бюджетный, карманный, приставка. Так, есть там что-то на взлом, планшет взломать. Может быть, я зря там продал вещи. Надо было тоже их продать, наверное. Ой, попробовать их. Попробовать. Так, как тут повернуть? Есть. Попробовать было его сначала взломать, а потом уже взломанный типа продавать. Так, что-то на Black Buy хотелось спихнуть. Типа вот этих вот конвертиков всех. Так, ну в принципе, ролик подошел как бы так к концу, но нам нужно еще некоторые вещички тут поделать. Планшет продать. Так, быстренько смотрим на Black. Фух, вот это, конечно, сегодня пошпилил. Электроника, вот, игровая. Потом SSD, шичка, ценности. Мы с вами прекрасно помним, что у меня были такие же контейнеры. На Мэдисон Стрит, вот. Вилла, подождите-ка. А купленный тут не показывает подсказки. Можно на заметках, вот. Строительная зона. Что здесь вот добыча, планшет в сейфе. А сейф находился в одном из контейнеров. То есть нам сюда тоже, если я хочу галочки иметь, все прям. Видите, сколько тут еще миссий. Ну пойдем потом тачку перекрашивать. У меня новый левел, 13 тысяч долларов в кармане. Вообще счастлив. Хорошая получилась серия. Надеюсь, вам тоже зашла. Увидимся с вами в следующем видеоролике. С вами был Ниломоб. Всем пока-пока.